Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодняшняя моя героиня Татьяна. Здравствуйте. Приехала из солнечного Казахстана. Татьяне 49 лет. Планируется комплексная пластическая операция в объеме верхняя классическая блефаропластика, нижняя классическая блефаропластика, липосакция шеи и подбородка, круговая подтяжка лица со смазоплатизмопластикой и коронарная подтяжка лба. Мы уже сделали прическу. Мы видим объемное лицо, видим низкое расположение подъязычной кости. Низкое расположение подъязычной кости. Вот мы видим длина шеи, ну, около 4 сантиметров. Да, она могла быть 6. Это бы радикально поменяло, конечно, результативность. Видим хороший птоз мягких тканей. Это все будет подтягиваться. У нас появится шея. Здесь также будет липосакция, видим жировые отложения. Пожелаем нам удачи, Татьяна. Спасибо, что делитесь своим опытом. Вы многим помогаете. Скоро покажем результат. Всем пока. Вторые сутки после комплексной пластической операции. Ну что, Татьяна, посмотрим? Посмотрим. Глазки у нас открылись здорово. Отечная, необычная. Трогайте шею. Потрогайте, потрогайте. Даже не верится. В принципе, что такое может быть? Ну, к вам мы приезжаем за молодостью. Это однозначно. Спасибо вам. Да, пожалуйста, зайчик. Спасибо. Привет, дорогие подписчики. Моя пациентка Татьяна. Сегодня у нас почти неделя после комплексной пластической операции в объеме верхняя классическая, нижняя классическая блефаропластика, липосакция шеи и подбородка, круговая подтяжка лица со смазоплатизмопластикой и коронарная подтяжка лба. Показываю коронарную подтяжку, фактически невидимый разрез. Видите, мы еще швы не сняли, тут даже вот швы, но сделан таким образом, что уже сейчас ничего не видно. Вот он как проходит, вот разрез как проходит. Видите, вот теперь здесь у нас была фирменная прическа Татьяны, поэтому здесь чуть-чуть рубец заметно. Вот, а в целом фактически ничего не заметно. Татьяна, как дела, зайчик? Замечательно, отлично. Как эта неделя пролетела? Первые дни, это дня 4. Спать, тревога, как будет, что будет, как выглядит. Переживания, как мы будем выглядеть, да. Ага. Отечность спадет, не спадет. Вот, ну, вот эти вот моменты, но они, сейчас я понимаю, что были совершенно беспочвенные. И, то есть, с каждым днем уже смотришь на себя. И, ну, пока еще не понимаю, в шоковом состоянии, что, ну, что могла еще выглядеть, как 10-15 лет назад. Даже так. Да. Кстати, как вам высокий лоб? Ну, красиво смотрю. Я и уже в зеркало, от зеркала, ну, понимаешь, что постоянно не отходишь. Пытаешься на себя снова и снова посмотреть. Когда пациент хочет на себя снова и снова посмотреть, это только может радовать доктору. Ну что, я спасибо, пожелаю вам еще терпения, еще чуть-чуть. Через неделю снимем швы, и будет совсем замечательно. Вот такая красотка Татьяна у нас. Всем пока!